Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Порошок к столу». Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный салат с куриным филе и лисичками. Для салата нам понадобится куриное филе, картофель, лисички, лук, маринованные огурцы, яйца и майонез. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем с грибами. У меня замороженные лисички, остались еще с зимней заморозки. Вы можете использовать любые грибы, какие вы любите. Пока грибы обжариваются, добавляем соль и черный молотый перец. Куриные яйца и картофель я отварила заранее, а теперь порежу их соломкой. Маринованные огурчики тоже нарезаем соломкой. Куриное филе разделим на маленькие кусочки и добавим в салат. Филе я отвариваю 25 минут с добавлением соли, черного перца горошком и лаврового листа. Салат переложила в большую миску, чтобы удобнее было перемешивать. Добавляю в салат жареные грибы, немного соли и свежемолотого черного перца. Заправляю салат майонезом и перемешиваем. Друзья, вот и готов салат с жареными лисичками. Он не только аппетитно выглядит, но и получился очень вкусный и сытный. Такой салат подходит как для семейного, так и для праздничного ужина. Рекомендую вам приготовить салат по этому рецепту. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами. Прошу к столу и приятного вам аппетита!